Как многие знают, мы с группой Gates of Chaos готовим новый альбом. И наступил тот момент, когда нам потребовалось написать тексты на нашу музыку. И мы решили найти хорошего текстовика. И здесь нет. Так, здесь тоже нет. Здесь тоже нет. A few moments later. Итак, кажется, мы нашли текстовика. Пиши нам тексты. Да пошли вы все. Ну что ж, текстовика мы так и не нашли. Видимо, как всегда, придется все делать самостоятельно. 2000 years later. Но на самом деле все было не так. Мы действительно написали музыку сначала, и это, возможно, была наша тактическая ошибка, но опыт тоже опыт. В процессе мы создали по нескольку вариантов на каждый трек, очень долго спорили, выбирали, снова спорили, правили, опять спорили, и на это ушло довольно много времени. На данном релизе мы решили оторваться и попробовать очень много различных тематик, вложить побольше смыслов между строк, и не только те, которые свойственны нашему жанру, ну, такие как тема смерти, антирелигиозная тематика, ну, а также темы, вдохновленные определенными историческими событиями и войнами. Мы также все-таки затронули темы, которые актуальны в настоящее время, такие как катаклизмы, безумство правителей, ну и, конечно же, каннибализм. Ну, а что из этого вышло, я думаю, вы скоро узнаете. Судьба его снабдила хуй, не дав придачу. Ну что ж, тексты готовы, и теперь мы можем отправляться к вокалисту записывать вокал.